Арсенал, Арон Рэмзи головой. Секундное, миллисекундное замешательство в обороне Челси. Тибо Куртуа не понимает, как такое могло произойти. Только-только вы провели положение, на тебе. Пробили канониры брешь. Второй раз в обороне Челси. 2-1. Челси снова уступает в счете. Давайте посмотрим за этой контратакой Арсенала. Передача. Оливье Жиру в центре. Давид Луис. И здесь вот то, о чем я вам говорил в первом тайме. Немного скованными выглядят защитники Челси и их ошибки позиционные и в первом тайме. И вот это уже фортуна под свое.